В 11 серии мультсериала «Рик и Морти» появившиеся в окрестности монстры действительно хотят спасти человечество от опасного заболевания СПИДа. Но все попытки обречены на провал, что становится причиной грустить и меняться. Саммер не собирается идти на поводке Морти, но девушка шокирована последствием Рика. Парнишка сумел забыть о ее существовании, когда на пути появилась она, милая и привлекательная аниме-девчонка Кендра. Заняв место в его сердце, при этом выступая на стороне лидеров Гаутрона, вселенные падают у ее ног. Саммер не собирается останавливаться. Вскоре она рассказывает о своем заключении на Марсе, где была разработанная специальная операция, связанная с защитой дитя-инцеста, которого правительство переименовало в Наруто. Помогая осуществить мечту, незнакомец скрывается. Семейка обнаруживает Рика, находящегося на голове данного персонажа. Бросившись на помощь, они успели первыми вытащить с неприятностей, пока Гаутроны не совершили очередной налет. Война с пришельцами и их слизью перерастет в смертельное противостояние. Чем закончится, смотрите в 11 серии мультсериала «Рик и Морти».